Объясните, что такое происходит, когда сижу или стою, и вдруг тело как будто передергивает, и чувствую, как энергия поднимается и выходит из макушки головы. Что это за энергия? Становится легче. Это было и до знакомства со школой Кайла. С уважением, ученик третьей ступени. Это энергетически может быть движение энергии кундалини по позвоночнику. Она таким образом может выдвигаться. Является ли это плохим качеством или хорошим? С одной стороны, если человек не ждет духовного пути, то этого человека такая энергия может отвлечь от создания семьи, создания бизнеса, так как энергия кундалини, которая поднимается, она более предназначена для увеличения осознанности человека, расширения его сознания, его чувствования. Такая энергия будет полезна для тех, кто планирует в жизни лечить других людей, но точно не очень хороша для тех, кто собирается зарабатывать большое количество денег. Могу ли я приобрести первую обновленную ступень за деньги, которые мне подарили? Да. А вы верите в домовых и существуют ли они? Я верю в домовых и видел, как они существуют. Если я могу сбросить вес, он стоит на одной цифре, пользуюсь и шумами, и буквами, но потом иду и опять ем. Причина в том, а вам необходимо просто понять. Дело в том, что очень часто люди смотрят семинары, те, которые я даю, но не слышат философию. Вам необходимо открыть еще раз этот семинар, где я рассказываю про эти буквы, и послушать, что я говорю в начале. Там целый ряд принципов. Я говорю о том, что человек должен изменить свой подход или свою программу вообще к пище. То есть пища — это не важно. Жить с позиции того, что он должен произносить периодически: а я вот когда ем, худею, а я вот сейчас съем и похудею на столько-то, столько-то. То есть там есть философская идея. Еще раз повторю эти слова. Эзотерика без философии гробит человека. Философия без эзотерики тоже неэффективна. Именно поэтому я очень стараюсь всегда дать часть философской доктрины и сразу же эзотерические практики. Именно так это все работает.